Но, оставив дела житейские, вернемся в пучину праздников. Новиночка случилась. В армии монреальских театров, творческих групп и креативных коллективов пополнения были смешные и смелые, стали наша кенада и заявили о себе с большой сцены. Начало было задорным, потанцевали, попели, как водится, а потом человек в костюме бомжа представился премьером Трюдо. В этой пародии общего с оригиналом сами найдите 10 отличий. Today we celebrate 150 years since Confederation. It's a day to celebrate our past and look boldly towards our future. Наша канада вообще четкая страна. Говорят иногда то, что с погодой не повезло. Я не согласен. Вот как минимум 8 месяцев в год можно нормально поиграть в хоккей. Желание кричать автора не покидало и дальше. Но вовремя танцевали девочки, и сердца смягчались. Юмор, который раньше шел под пиво и делал интерактив, с большой сцены слегка захромал. Местами пошлил, но истинных фанатов это не напугало. А дальше в это беспощадное шоу шагнул человек с манерами и прекрасным тембром. Это был я. Ну, мои песни комментировать не будем из скромности, тем более, что пел я не один, а с Оксаной. Ну и в финале скажем, что ребята, несмотря на косяки и дорогой билет, все-таки молодцы. Смелые, дерзкие и красивые, и все у них получится. Ты по тебе вместе, небо, красота.